Подводятся в эти дни итоги и другого голосования, а именно первого этапа всероссийского конкурса «Народный участковый», который проводит Министерство внутренних дел Российской Федерации. Напомним, на почетное звание народного в этом году претендует участковый уполномоченный Ирбитского отдела полиции Александр Ширшов. Общая поддержка ирбичан и жителей Ирбитского района обеспечила ему в первом туре конкурса третье место. Отметим, что согласно условиям отбора сейчас 10 сотрудников полиции, набравших в регионе наибольшее число голосов, вновь будут соревноваться. На этот раз за право представлять Свердловскую область на федеральном уровне. Второй тур голосования пройдет также на сайте Главного управления МВД России по Свердловской области с 7 по 16 октября.